Уже более 50 лет талантливый художник-историк Джордж Стюарт, создает портретные куклы известных личностей, часть которых была выставлена в Смитсоновском институте, а другая хранится в частных коллекциях. По степени реалистичности его персонажи могут состязаться лишь с произведениями известной всем мадам Тюссо, где качество обработки деталей лица и одежды выполнено на высшем уровне. Также автор сопровождает свои реалистичные скульптуры короткими историями о жизни и исторических фигур, открывая перед зрителем дверь в удивительный мир давних событий и различных эпох. Джордж работает над созданием каждой куклы очень скрупулезно. Уделяя особое внимание мельчайшим деталям, он тщательно изучает архивы, портреты и даже свидетельства о вскрытии телефона, если таковые проводились, а после – делает наброски и эскизы. И лишь когда рисунок полностью закончен, он изготавливает проволочный каркас, который постепенно обрастает мышцами и кожей из смеси глины и хлопка. Затем мастер создает парик, нижнее белье, а вслед за ними костюм или платье по моде соответствующей эпохи.